«Локомотив» совместно с пиротехнической компанией «Большой праздник» подводит итоги конкурса фотографий. Определение двух победителей проходит в два этапа. В официальной группе «Локомотива» ВКонтакте вы, дорогие болельщики, можете выбрать понравившуюся фотографию салюта или фейерверка из 10 представленных на выбор. Голосование на лучшее фото с хэштегом «Праздник с Лока» продлится до 2 июля. Так определится один победитель. А второго выберут Майкон и Гилермо. Нам понравилось вот это. Поздравляю.